Губернатору показали самое современное диагностическое оборудование, способное самостоятельно, без участия человека, определять заболевания крови. Аппараты, которые за 10 минут одновременно проводят исследования биоматериалов 400 человек и выявляют возбудителя инфекции. Целый диагностический завод. Равных этой лаборатории по оснащению в России пока нет. Это анализы крови, да? Да, это анализы крови, общий гемостаз, это сывороточная зона, это общий анализ, то, что просто... Ну, а сколько в сутки вы готовы перерабатывать? 10 тысяч пробирок. 10 тысяч пробирок? Да, 10 тысяч пробирок – это 100 тысяч исследований, это практически все пациенты края, которые единовременно обращаются в амбулаторную сеть края. 100 тысяч исследований. Добавлю, что на оснащение лаборатории ушло около 250 миллиардов рублей. Медики центра намерены проводить лабораторные исследования пациентов со всего края. Планируется, что после посещение лаборатории Александр Ткачев проведет встречу с руководителями ведущих клиник края. Обсуждать будут внедрение современных технологий в медицине, в том числе и уникальные возможности высокоточной диагностики, которые теперь появились у кубанских врачей.